Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я покажу, как можно приготовить домашний маргарин еще одним способом. После моего видео о домашнем маргарине я получал очень много отзывов, люди задавали вопросы и интересовались. Теперь я покажу второй способ приготовления домашнего маргарина. Я использую для маргарина бараний жир, но этот бараний жир был из внутренней части барашка, поэтому температура его плавления выше, чем нам бы хотелось. Поэтому готовые блюда могут иметь не слишком элегантную текстуру. Для того, чтобы мы получили хороший домашний маргарин, я смешаю часть бараньего жира с растительным рафинированным маслом. Бараний жир хорошо взбился в легкую пену. Если быть точным, то это уже не бараний жир, а вытопленный олеомаргарин. Об этом я рассказывал в своем видео, как правильно топить бараний жир. Теперь я сюда добавляю рафинированное растительное масло, перемешиваю, и, как обычно, натуральный эмульгатор, это яичные желтки. Высыпаем соль. Полное описание рецепта смотрите под видео. И добавляем по чуть-чуть масла. После эмульгирования желтками смесь получилась нежнейшая, как прекрасный творожный десерт. Я добавляю по чуть-чуть молочко. Домашний маргарин по второму рецепту готов. Консистенция у него прекрасная. Когда он охладится, он еще будет лучше. Друзья, готовьте маргарин по моему рецепту. Ваши блюда всегда будут диетическими, полезными из натуральных продуктов. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Вот кнопочка, чтобы подписаться на мой канал. Подписывайтесь. И помните, кухня – это самое спокойное место.